Второй этап реконструкции набережной спортивной гавани полным ходом идет во Владивостоке. Там планируют создать полноценный парк у моря. Идея заключается в том, что мы превращаем как бы нашу набережную, которая долгое время была все-таки в большей степени такой городской мостовой, то есть гранитная площадь, там, такая вот именно парадная, мы ее превращаем в набережную с большим количеством озеленения. То есть это будет такой приморский берег. У нас не сокращается количество твердых покрытий, но у нас изменяется полностью подход. Мы были демонтированы гранитные клумбы, которые стояли вот здесь вот в зеленой части. Гранитные клумбы будут заменены на геопластику, то есть это будут такие вот зеленые холмы. Будет высажено более 1000 растений, то есть это через 3-5 лет это будет такая приморская тайга натуральная. Можно будет в солнечный день зайти, спрятаться в тени. Там будет много мест, где можно посидеть. В этом году реконструкция затрагивает участок от входа на набережную со стороны улицы Пограничной до побережья. На объект мы вышли 2 месяца назад. На данный момент завершаются демонтажные работы. Это объемные работы, потому что демонтаж здесь, он не просто как бы там сбор, значит, материала и вывоз. Дело в том, что в проекте было решено брусчатку, которая здесь лежала, использовать вторично. Также демонтировали прежние бетонные покрытия и пересадили клумбы. В эти дни продолжается формирование нового рельефа. Сейчас ведется отсыпка земляных валов и геопластики, и выходим на дренаж и на электросети. Вот. Следом после этих работ будет уже работа вести с вертикальной планировкой, то есть вывод отметки в проектную. И далее после этого уже все под бетонка, бетонные борты, заполнение брусчаткой, установка малых форм, освещение и так далее. Концепция предусматривает появление сцены для проведения различных мероприятий. Ее сделают на месте трансформаторной подстанции, где в итоге появится большой навес. Артем Белов, Диана Иванова, новости на 8.